Всем юхай! С вами я, Майн, и вы на канале Майн Гейминг, и мы наконец-таки дождались самого легендарного обновления в игре Standoff 2 под названием 0.20.0, вернее, под версией ёперный кокос. 2 сентября, ё-моё, 2 сентября вышла эта обнова ночью, ну, с 1 по 2, но в любом случае, это не лето. Почему не могли выпустить летом? Я не знаю, ну, в принципе, окей. Видим этот офигенский загрузочный Кларанда Legends, ё-моё. Сразу говорю, сейчас день, а обнова вышла ночью. То есть, как бы, были моментики, которые я заспойлерил, и тем более этот момент я записывал второй раз. Ой-ой-ой-ой-ой, полетело, пошло, саундтрек офигенный. Короче, сразу говорю, в конце, ну, как бы, когда я первый раз зашел, мне дали награды за соревновательный режим и за режим союзники. Я уже, вот чтобы понимать, вот эти награды, вот они, осмотреть. Когда я, вот чтобы вы понимали, когда я нажал вот это вот сюда, применить, у меня комп вырубился. Так, да, сюда. Да ё-моё, опять эти пальцы потеют, играть просто невозможно. Из-за этого я постоянно нахожусь на ластовом месте и меня кикают. Что же мне делать? А, точно, есть же напальчники для игр, в которых у меня будет стабильная сенса и пальцы потеть не будут. О, вот они, и всего лишь за 50 рублей. А если я перейду по ссылке в описании? Во, уже лучше, теперь я могу их купить за 15 рублей. Ребят, если вы тоже хотите тащить катки так же, как и я, с этими крутыми напальчиками, то переходите по ссылке в описании и заказывайте их. Он просто, у меня компьютер просто вырубился. И мне вот это вот приветствие. Я кучу всего наговорил, кучу записал. И мне это все приходится сейчас делать заново. Поэтому ничего страшненького. Короче, лепим сюда вот этот вот брелок. Чармик, я не знаю, применяем его на... Сюда! Я не знаю, честно. Просто небольшая у меня дизмораль появилась, да? Ну бывает. Все окей. Главное не тильтовать. Правильно? Правильно. Так. Я бы на самом деле, смотрите, что сделал. С P350 снял брелок. Применил, допустим, на ФАМАС. Как-то, ну, без разницы на самом деле. И вот это, если что, это как бы за союзники. Мастер, у меня максимальное звание было. Я хочу применить на... вот, на... Да-да-да-да-да. Вот так вот. Отлично! Два ножа уже мы вооружили. Gold Pass. Хотя на секундочку, подождите. У меня новая рамка вебки, кстати, черненькая, такая имбовая. Я буду отключать запись, включать ее заново, потому что мало ли у меня комп еще раз вырубится. Это будет очень сильно печально, потому что когда компьютер вырубается в момент записи видео, это видео не сохраняется. Оно остается поврежденным, и ты, ну, как бы, тебе придется снимать заново. Вот. Короче, Gold Pass. Я уже видел то, что он на 400 с чем-то уровней. Здесь две новые пушки добавили, это МАК-10. Вообще круто. И еще самый мощный дробовик спас. Это вообще вау. Сегодня в технаре был мой друг. Кстати, ля какие, вы только посмотрите на это же такая имба. Мой друг играл в Standoff, ну, типа, я ему сказал, то, что обнова вышла. Быстро обновляй. Кукри в конце Gold Pass. Gold Pass стоит 700 рублей. Мы его купим, возможно, в этой серии, я не уверен. Но мы же, как бы, с вами хорошие мальчики и девочки. Мы будем делать все максимально продуктивно. Медальки. Окей, заданки из новых, что здесь есть? Убить 50 противников в голову в режиме командного используя спас. Это мы сделаем обязательно, будем проходить. 55 дней будет длиться этот Gold Pass. Так что мы успеем все пройти 2 месяца. 2 месяца видосы по Standoff'у. Это обосраться. Простыми словами, это тупо ГГВП. Но, спины. У нас есть как бы тут еще плюсом спинчики, где... Есть вот такие вот Dual Dagger новые, между прочим. Несколько скинчиков, ну, вернее, скин на Tech9, есть наклейка, есть граффити, есть кейсики, есть коины, которые ты можешь поменять на скины здесь, то есть брелоки, граффити, вот граффити эти наклейки, скинчики. И мне очень сильно понравился вот этот дробаш. Это вау, просто пушка-бомба. Новый кейс, на секундочку, не добавил. Это, конечно, ну, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, на самом деле, возможно, печально с какой стороны, но мне как-то было пофиг. Акции, опа,
А все? А все? А нету ассистанс? И куда дели? Куда ли? Куда? Вот смотри, вот где? А куда дели реально? А я не знаю, куда дели. Новая коллекция Legend, тут еще ничего не вышло. Хорошо, хорошо. Давайте пойдем по, допустим, банально вот это вот нажимаем. Вау. Режим Бриз. Ой, карта Бриз. Окей, окей. Стоп, в смысле заканчивается через 4 дня Бласт? Окей, есть новый режим Бласт. Есть новая карта. Бриз, вот. Есть еще одна новая карта. Калипсо. Бриз, Калипсо, соревновательный. Мы будем вместе с Вано проходить калибровку в союзниках. Это отлично. Так, полигон. Так, тут ничего не... Я хотел бы зайти, на самом деле, на полигончик, вот честно говорю, и посмотреть, как стреляют новые пушки. Опа-на, а я уже... Кстати, на тему... Чего? А, это задание. На тему вот таких вот... Интерфейс, только kill fit. Что это? А! Подожди. Прикинь, интерфейс можно убирать. Для эмуляторщиков это... Хотя не всегда. Не всегда. Не всегда это имба. Отключен вообще, в принципе. Что? Не, подожди. Не всегда имба. Не, не всегда имба. Включен пускай будет. Так. 0.20.0 видео. Так, мне интересно, добавили ли сюда больше и более большое количество FPS? Нет, не добавили. Окей. Графика, это все то, что управление, ничего нового нету. Звук, тоже ничего нового нету. И, в принципе, окей. Это новый... А, он так... Это как Чармик выглядит, ты прикинь? Серьезно? Так, слушай, такой интересный звук с одной стороны. Ну, слушай. Ну, знаешь, вот сразу видно, что это не имба вообще. Смотри. 84 урон в голову, 24 в тело, в грудь 20. Это, а если с броней, то вообще... Это, короче, выглядит как фигня. А, подожди, я же еще не посмотрел спас. Ёперный кокос. Это чисто по морде. Он очень долго стреляет. Он просто, он максимально долго стреляет. Нет, я считаю, это нужно смотреть на новых картах, в новом режиме, кстати, тоже. Это, ну, мне кажется, нужно смотреть все там, чем здесь. Поэтому сейчас отправляемся в новый... Давайте не будем в закрытом лобби это смотреть, пойдем прям сразу в открытую, зачем с бластом. Новый режим, круто, офигеть, вообще зашибись, бласт. Обрушьте всю свою мощь дробовика спас на голову ваших врагов. Используйте бесконечные патроны и высокие прыжки, чтобы переломить ход битвы и привести свою команду к победе. Выигрывает сторона, набравшая большее количество убийств. Это, знаете, как перелет снайпером. Это выглядит вот тупо так же. Так, за кого пойдем? Кстати, сейчас, скорее всего, имба и будет по 2000 опыта капать. А мне пофиг, у меня уже последняя медаль ветерана давно имеется. Ё-моё. Граффити ставим. У меня, кстати, граффити заканчиваются. Оп. Оп. Аккуратно, аккуратно. Ой. Я извиняюсь, у меня как бы в смысле... Слушай, а как? Подожди, если он ровно не стреляет. Офигеть! А как, если он ровно не стреляет в прыжке, типа? Ё-моё, а чё? Чего? Серьёзно? Вау! Вау! Камон, let's go, let's get it! Я понимаю, это тупо фан, но у нас в стендофе давно уже все как на каких-то серьезных щах происходит. И это, естественно... Вау. Ля... Чё?
ладно, я окей, я понял. Окей, допустим. Так. Тут я не знаю, знаешь, что ты это делаешь в прыжке, это как-то фигово выглядит на самом-то деле. Окей, смотри, реакция. Офигеть, он ставит. Ниндзя, кобра, пушка, вертолет, колотушка. А чё? Хорошо, допустим. Ой-ой. Что ставим? Офигеть, он по ногам вантапит. Куда летим? На! Капец. На! Стопы! Аккуратно. Куда летим? Чё с лицом, дядь? Чё с лицом, пацаны? Куда летим? Так, смотри, беру. Раз. Два. Все, окей, let's go. О! Ой-ой-ой-ой-ой. Ля, как хорошо. 19 на 2 иду. КД вообще просто нереально жестко большое. Пацаны. Ну, знаешь, это чисто пофанится. Но мне нравится. Да ё-моё. Офигеть. На. Куда? Дядя, что с лицом? Не знаю, на ихний респаун пройти поинтереснее будет, потому что раз. Слушайте, мне кажется, этот дробовик будет стоить дорого. Ай! Мне кажется, он будет прям стоить дорого, и он очень тяжелый. Конечно, с пуликом вроде нет. Примерно как с пуликом. Короче, говорю свое мнение. Мне нравится. Мне этот дробовик нравится. Я не знаю, нужно еще с фармилкой попробовать поиграть. На самом деле какая-то фигня, потому что, ну, как бы, ну, не стреляет вообще, простыми словами. Просто не стреляет вообще, от слова прям вообще. Раз. Два. Окей. У меня АИМ, пацаны, имеется, как бы, я же... Где? А ты что в спине делаешь-то, дядь? Чё? Нормально. 28 на 5 иду. Хорошо. Let's go. У меня будет новый нож Кукри. Прикиньте. У-ху! Это прям... Это, слушайте, это прям вообще кайф. Я не знаю, я уже просто какую-то фигню начинаю нести, но... Как можно вообще в этот момент говорить о чем-то серьезном? Когда это круто. Просто банально. А, слушайте, они прыгают быстрее, чем это было, допустим, там, и других новогодних режимов, да? Режимах или что-то там такое. Поэтому это сложно как-то законтролить прям, да? Но все-таки это возможно делать, и это очень классно. Вау. 13. Ну, я так понимаю, это тупо ближняя дистанция, но то, как он фигачит, это прям... Вау! Просто фигачит не по-детски, скажем так. Ты где-то? Это же хорошо, правильно? Вот он просто вантап дал, рад. Ладно, но все-таки достаточно большая дистанция. Как-никак, но... Для дробовика сойдет. Так! Пацаны, это же прям... Я лох. Раз. Два. Нет. Забрали два. Где? На. Аккуратно. Ё-моё! Не смогу. А, смог. Ладно. Раз. Два. Три. Хорошо. 96. Счет за террористов. А майн самый лучший вообще имба. Фу. Вот это я понимаю на самом деле жестко. А, не, опыт по фигне дают.
Опыт. О! О! Ты посмотри, серебро поменяли! Кайф! Вот так, знаете, такие мелкие вот какие-то добавки в игру делают игру крутой. Вот про. Вот для превьюшки вообще имба. Тогда нужно вот так сделать. Вот так вот. Опа! И для превьюшки сделать, чтобы было красота. Вот. Режим посмотрели. Мы не посмотрели новую карту на секундочку. Так, давайте я все-таки пойду в закрытом лобби, создать лобби. Закладка бомбы, естественно. Закрытая. И на бриз я хочу... А что это такое? Скопировано в буфер... А что? Что скопировано в буфер обмен? Не понял, что скопировано, но ладно. Так, ребят. Ой-ой-ой, бриз! Ё-моё, ты слышишь эту музяку? Ты... Она большая! Тут, смотри, тут лестницы. Тут какие-то проходы. Здесь что-то круглое. Здесь что-то круглое. Плента 2. Ну, допустим, здесь теры, здесь КТ. Допустим, за теров. Офигеть! Опа! Фаза покупок. Так. Не, давайте возьмем то. Так, новые пушки какие-нибудь. И вот так вот. О, слушай, это так красиво смотрится. Это так красиво смотрится. Так, ну тут у меня скина еще нет. Офигеть! Это же бриз! В трейлере было тут такое же. Просто коты! Коты, мышки. Let's go. Это, кстати, это туя. Просто у меня во дворе такие темы растут. Это туя называется. Тут, короче, кофейня какая-то. Так, подожди. Так, на М это у меня... В смысле? С, вот так. Это мы пройдем. Это... Ладно, пошлите сюда пока что. Здесь спуски. Еще фотоклуб какой-то. Обосраться. Это еще движется. Прикинь, ты посмотри. Это все еще волны. Вау. Обосралин. Здесь ты загораешь. На чиле. Яхты. Вау. Понимаете, я по... Тут в сама... А можно граффити туда поставить? Не, нельзя. Басик, чисто бассейн. Пацаны, я офигеть! Сакура, я помню, добавляли сакуру, я такой типа, что, как? Что это такое? Вау. Это апленд. Кстати, места для закладки бомбы не скажу, что много. Да, офиг, можно здесь позицию... Вау, так, тихо, аккуратно, вот тут можно, вот тут ванвейчик можно поставить. Кстати, я не купил флешки, но типа отсюда, вот отсюда можно в хаешку хорошую прокидывать для тех, кто пушит апленд. Это со стороны КТ. Можно вот так, оп, 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 на два фронта воевать сразу максимально, вау. Офигеть. Let's go. Несколько уровней у карты, как вы можете заметить. Тут подъем. Это 100% простреливается. Прям, я уверен. Так, подожди. Это мы сейчас вернемся туда, где мы не были. Чё? Это... Тут еще и внутри здание изнутри есть. Охренеть. Ошалеть. Просто ты прикинь, тут просто во зашел, поплавал. И это же все еще так отлично оптимизировано. Ну и у меня эмулятор, мне это как-то... Подожди, куда я пошел? На Б плент. Сейчас пройду на Б. Секундочку. Это... А, это middle. На секунду. Это middle.
Так, хорошо, я услышал, я понял, я осознал. Это middle. Let's go. Так, подожди, запись идет. Ну, компьютер навряд ли будет вырубаться. Это, походу... я понял, почему комп вырубился. После я рендерил видео. Я после рендера его как бы не перезагрузил. Так, B-plant. Так, здесь попроще, на самом деле, может быть, отыгровка, но в любом случае, допустим, даже вот так вот принимать, если кто-то будет смотреть те проходы, я не знаю, здесь позиции, не знаю, как называются, отсюда, ля, ты посмотри, как отыгрывать можно максимально профессионально. Я же выпить захотел. Воды, естественно, здесь тоже, ра-бам-бам-бам, хедшоты туда-сюда в антапике. Газон, что-то какие-то обломки. Вот это я понимаю, Греция. Ошалеть. Короче, что скажу про B-plant? A-plant более такой маневренный. Но B-plan тоже хорош. Я вернулся к себе на респаун. Вы подняли АКР. Изменили стрельбу. Подожди. Так, на секунду. Изменили ли стрельбу конкретно разброса? Мне кажется, нет. Ну, возможно, в первые секунды зажима. Да, в первые секунды зажима он более такой, как бы, в одну точку, да? Маленький разброс. Да, 100%, 100%. А далее уже идет то же самое. Изменили звук. Да, изменили звук. Так, сюда я не ходил, здесь... Кухня? Я тут проходил, я этого не заметил. Дядя. Окей, я услышал, мне понравилось, пацаны. Я услышал, мне понравилось максимально. Подожди, а глок изменили? Не изменили. С чего? Мне кажется, после обновы 0.20.0... Глок станет нереальный имбой. Смотри, просто бежишь. Кто-то мяукнул. Офигеть. Просто бежишь. Глок просто стал в раза полтора скорострельней. Охренеть. Я уверен, я на этой карте еще есть что пропустил, на самом-то деле, но мне в данный момент уже пофиг. Я хочу посмотреть еще одну карту, которую добавили. И я думаю, на этом закончу. Так, я опять же, я хочу в закрытом лобби, чтобы прям все тщательно посмотреть. Командный бой. Так, и нет, я успел. Калипсо. Калипсо для тех, кто не шарит, это какой-то там демон. Ну, короче, те, кто смотрели «Пираты Карибского моря», поймут. Ой. Так, ну, да ё-моё, чё у меня такое? На первый взгляд, карта незамысловатая. Это, подожди, если я правильно понял, это какой-то лайнер. Это яхта огромная. Так, это мы вот так делаем. Так, давайте я возьму новое оружие. Ну, то вот так вот. Тут тоже и... слушай! Подожди. Блин, тут выкинуть нельзя оружие. Надо будет воду попробовать выкинуть. Поглубже. Короче. Забей. Забей. Ты это видишь? Во-первых, лестница. Видны повреждения и насквозь. Вау. Разрабы, я офигею. Вы такие молодцы просто. Так, секунду. Вообще пофиг то, что обнова задержалась. Вы красавчики. Калипсо.
Для тех, кто играл в Call of Duty Mobile, не секрет будет того, что это примерно такая же карта в Call of Duty Mobile присутствует, да? Тоже для командного боя. Ну, ты посмотри. Новая карта в Hyde Online, тут еще и в стендофе обнову завезли, прям чё... А, тут открыто. А, потому что тут, да. А можно выпрыгнуть? Можно! Офигеть, вертолет. Понимаю. Побежали. Так, сюда залезть, я так понимаю, нельзя, да? Это просто декор. Окей. А как попасть сюда? О! Вот по этой лестнице? Нет. У меня просто... О, новый контейнер. Привычка образовалась. Постоянно себе... Это, граффити ставить. Это дефолт. Я вот так все граффити и потратил. А как туда попасть? Опа, вижу. Вижу. Увидел. Увидел, но не понял. Нет? Походу нет. Походу, что туда не попасть. Короче. Ребят, нет слов, честно. Просто нету слов. Как же это все круто сделали. Конечно, было очень много концептов. Концептов, да, извиняюсь. Которые... выглядели даже лучше. Какие-то там вот интересные фичи у них были, да? Тут каких-то особых фич не было. Правильно, правильно. Заявки заблокировали. Так, все правильно, в принципе. Да. Все правильно. Все круто, я считаю. Давайте видос на этом завершим. В следующем видео я прям начну с того, что я куплю БП. И мы поиграем в новые режимчики, будем при этом выполнять задания. Ой, сколько стендов будет. Я, вот, ребят, мой канал вообще на стендофе был как бы основан. Ну, в каком-то смысле, потому что стендов до хрена. Сейчас 2 месяца, 100% будет только стендов, даже если не больше. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, влепите обязательно ему лайк. Если не понравилось, дизлайки, напишите в комментариях. Батаченко ли получилось? Дзен, Рутуб, 1000 ВК, все в описании находится. Всем пока!